Здравствуйте, товарищ рыболов. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одной интересной, отчасти уникальной приманке от компании Strike Pro. Я думаю, каждый рыболов уже знаком с их продукцией в том или ином смысле, поскольку у компании Strike Pro достаточно широкий ассортимент разнообразных вублеров и джеркбейтов. Их продукция очень качественная, уловистая и стоит сравнительно небольших денег. И в данном случае речь пойдет об одной интересной приманке под названием Guppy Junior. Это одна из вариаций небезызвестной приманки из класса джеркбейтов Guppy, то есть версия Junior. То есть если старшая версия просто Guppy имеет более крупный размер и более тяжелый вес, версия Junior весит всего лишь 70 грамм и имеет размер 110 мм. Данная версия поставляется с двумя хвостами, то есть такой вот твистерный хвост с достаточно большой лопастью, выполнен из высокого качества силикона, эластичного, подвижного, но в то же время прочного. И также имеется и твистерный хвостик, такой, в принципе, можно сказать, классической серпообразной формы, но достаточно узкий. Данные хвосты, причем двух разных типов, поставляются не просто так. Позже поясню почему. Приманка имеет достаточно широкую форму тела, вытянутую, почти что равномерную по толщине, с очень крупными полусферическими глазами, которые выступают, как видите, за сам корпус, очень такими реалистичные 3D-глаза. Воблер оснащен, точнее джеркбейт оснащен двумя мощнейшими крючками фирмы Овнер. По крючкам нареканий нет при фурнитуре в целом. Все достаточно качественно. И также хотелось отметить то, что у приманки имеется очень интересная окраска. Она нанесена в три этапа, то есть она трехслойная. И один из слоев находится, то есть непосредственно в пластике приманки. Да, действительно, приманки изготавливаются из пластика, хотя прототипы изначально изготовленные американцем Джоном Петерсоном были из дерева, но для массового производства дерево не особо подходит, и не меняя характеристик и уловистости приманок, их начали делать из пластика. Это намного получается долговечнее и, соответственно, сказывается на конечной стоимости продукции. Корпус приманки очень прочный, имеется мощный стержень. Поскольку приманка рассчитана для ловли крупной рыбы хищной, то есть щуки, либо же, как изначально задумывалось, для ловли одного из подвидов щуки, это маскинунга. Приманку можно смело отнести к подтипу джеркбейтов, это как глайдерам, но отчасти условно. С твистерным хвостом приманка действительно ведет себя на рывках, на ударах удилищем, как глайдер. То есть хвост выполняет функцию некого стабилизатора. И приманка делает широкие уходы вправо и влево, не сильно отклоняясь от оси, но разворачивается фактически почти что на 90 градусов. Но стоит поменять хвост на такой вот хвостик от виброхвоста, и у приманки кардинально меняется игра. Это обусловлено тем, что благодаря вот этой лопасти широкой,
Приманка приобретает собственную игру и может спокойно использоваться для равномерной проводки. На равномерной проводке она активно покачивает корпусом. И также размахивает этим хвостиком. На паузах, если сделать паузу с тем или иным хвостом, приманка в данном случае, поскольку она тонущая, начинает тонуть со средней скоростью и очень активно покачивает всем корпусом, что, несомненно, привлекает хищную рыбу и провоцирует ее на поклевку. Версия Guppy Junior выпускается в двух вариантах, это тонущий и версии Shallow, то есть медленно всплывающим. Но мне больше предпочтительна тонущая версия, так что прошу обращать на это внимание. Если будете приобретать, ссылочку оставлю в описании под видео. Приманка не совсем дешевая, но и не заоблачно дорогая. Так что я думаю, как каждый любитель ловли на крупные приманки, может себе позволить такое вот чудо. Так что можете смело приобретать. Кстати, приобрести данную приманку можно на сайте F-Magazine по ссылке в описании под видео. Также интернет-магазин предоставил промокод, который также будет в описании, по которому вы можете на первый свой заказ в этом магазине получить хорошую скидку от 5 до 20% на 100 и более брендов, таких как OSP, ZipBaits, Pantone 21 и так далее, все перечислять не буду, на разные бренды, разная скидочка. После чего вам пришлют карту, по которой вы получите скидки постоянного покупателя. Они гораздо интереснее. Так что приобретайте, наслаждайтесь ловлей рыбы. Всем не хвоста, не чешуи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.